Это сейчас 13-летний Александр играет партию на международном турнире. С шахматами его познакомили родители 10 лет назад. Теперь среди соперников юноши 6 учеников гимназии имени Примакова, 4 титулованных мастера и гроссмейстеры из Белоруссии, Казахстана и Молдовии. У меня вначале были сборы шахматные, потом сразу турнир. Времени не было толком подготовиться. Занятия дома по несколько часов каждый день и тренировки в гимназии имени Примакова принесли свои плоды. Первое место на турнире. Отрыв от шахматистов из Белоруссии и Казахстана – 1,5 очка. О своей победе говорит скромно. Ферзь на b1 позволил выиграть фигуру. Но об отдыхе пока не думает. Готовится к следующим соревнованиям. Я через 5 дней в Узбекистан, в Ташкент поеду на шахматный турнир. Игорь Ягупов занимался с Александром по 2 часа регулярно. Помимо него в группе еще 16 человек. Разглядеть слабые и сильные стороны учеников – его задача, и он с ней успешно справляется. Отмечает веру в свои силы, что хорошо. То есть спортсмен не должен бояться. Вот. Александр очень хорошо чувствует позицию, взаимодействие фигур. Ну и все это в купе дает ему успехи периодически. Эта победа приблизила Александра Усова к званию мастера международного класса. Турнир проходил по всем правилам ФИДЕ. А это значит, что результаты участников попадут в международный рейтинг. Кроме рейтинга, они могут получить звание здесь. Вот, в частности, перед началом турнира Исаку Парпиеву, учащемуся Примаковской гимназии, был вручен сертификат балла международного мастера. Дружеская атмосфера, высокий уровень профессионализма участников оценили в десятках стран мира. Турнир транслировали в режиме онлайн. Карина Геряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».